Сегодня он улыбается и шутит со своим соперником. А как иначе, искренне удивляется польский боксер Алексей Куземский. 29 октября его ждет бой против россиянина Дмитрия Сухоцкого. И когда придет время выйти на ринг, польский боксер гарантирует, что его сопернику будет не до улыбок. Я всегда готовлюсь к поединкам с любым соперником на 100%. Что касается Дмитрия, я знаю, что он принадлежит к лидерам мирового бокса, и поэтому я буду готовиться к этому поединку больше, чем на 100%. В среднем подготовка занимает 6-8 недель. Начинается с бега, с работы на выносливость. Потом начинается работа на технику и спарринги. Польский боксер приехал к нам в город для проведения пресс-конференции. На сегодняшний день все вопросы, мелкие нюансы, которые мешали бы проведению этого боя, они все утрясены и полностью нивелированы. С того момента, когда я был в России, прошло много времени. Это был город Пермь. Также я был в Москве. Очень красивый город. Петербург произвел на меня очень сильное впечатление. Очень красивый город, особенно историческая часть. Сейчас в активе Алексея Куземского 19 побед и лишь одно поражение, которое он потерпел в титульном бою с Юргеном Бремером. Куземский боксер сильный по многим критериям. На самом деле он проиграл единственный свой бой, проиграл тому же боксеру Бремеру, с которым дрался тоже за титул чемпиона мира, как и Дима. Сама манера ведения боя, сам опыт боевой, на мой взгляд, наверное, даже где-то превосходят Димину подготовку на данном этапе. Куземский – опасный соперник. Президент компании «Джеб Промоушен» Виталий Супиченко этого и не скрывает. Но главная цель для него – показать настоящий бокс, а не обеспечить очередную победу своему боксеру. Если это будет не бескомпромиссная схватка, зачем она вообще нужна? Посмотреть, как один побил другого – это неинтересно. Посмотреть схватку двух сильных боксеров – вот зачем приходят люди. Мы хотим подарить именно эти ощущения, именно эти эмоции. Я видел бой Дмитрия с Юргеном Бремером и понимаю, что Дмитрий очень серьезный соперник. И я уверен, что у нас с ним будет очень интересный поединок.